Здравствуйте, уважаемые зрители! Как всегда, с вами Василий. И сегодня посмотрите, где я нахожусь. В каком удивительном месте. В это даже сложно поверить. Но мы находимся в Голубиской. Обратите внимание, что у нас здесь происходит. Кстати, друзья, кто не подписался, подписывайтесь на второй канал «Деревенский заколхоз 2». Ссылку я оставлю в описании. У нас уже практически начало февраля. Сегодня, по-моему, даже второе число, боюсь ошибиться. И посмотрите, что происходит здесь. Это Азовское море. И нас заносит снегом. Я просил у вас снега немножко прислать. И вот тебе на, пожалуйста. Кто-то из вас подарил, поделился. Посмотрите, какая красота. Я думаю, редко-редко кто из вас видел такое море Азовское с таким белым пляжем. Где у нас белоснежный песок? Кто подскажет, на каких океанах, морях? Представьте себе, и люди гуляют. Вот там вот ходят люди, я не знаю, будет ли камера передавать. Это пляж у бочки. Интересно. Я троих человек, я там вижу точно. Да. Наконец-то у нас выпал снег. Просто великолепно. И море сегодня благодатное. Жаль, вот я попал в снег. Можно было опять полотенце взять и попробовать искупнуться. Но, кстати, советую всем, если кто будет вот так вот купаться, попадет на Азовское море, все-таки, чтобы вас кто-то контролировал. Я, например, когда купался, вот было очень хорошо. То есть я нырял, все великолепно было. Но потом, когда я вышел, у меня немножко закружилась голова чуть-чуть. И чтобы такого не случилось вот с морем, ну в море, например, да, мало ли вы вот так вот попадете и будете сами купаться. Все-таки нужен контроль, хотя бы небольшой, чтобы кто-то успел вас там вытащить. Здоровье у всех разное и с непривычки, знаете, там перепад температур большой получается. Да, удивительно на самом деле. Я не ожидал, конечно, что в этом году снег будет. Конечно же, он бывает в Голубиской. Кто думает, что здесь, ну, просто не бывает холодов, это не так, друзья. Здесь бывает и такое. Видео будет коротким. Я, наверное, сейчас вам покажу еще грязевое озеро. Посмотрите, море. Какое великолепное. Хотя нет, наверное, в другом ролике я вам покажу, что происходит, чтобы не затягивать этот. Хочу его выпустить, наверное, завтра, как интернет загрузит. Может быть, и сегодня получится. Красота невероятная. И как всегда, великолепнейшая погода, просто великолепнейшая. Мне повезло. Сегодня будет баня, друзья. Сегодня я буду топить баню по традиции, по моей. Потому что, сами понимаете, можно понырять сегодня в снег. Такого шанса, я боюсь, что в этом году уже не представится, к сожалению. Красота, просто невероятно. Ладно, друзья, всем удачи, счастья. Не забудьте подписаться на «Деревенский заколхоз». И у меня еще одна просьба к вам. Она звучит странно, но, наверное, все-таки я вам расскажу в этом видео. У меня просьба к вам отписаться. Не удивляйтесь, да? Отписаться и снова подписаться, кто сможет. И поставить колокольчик. Причину я расскажу вам в другом видео. Так нужно сделать. Кто сможет, пожалуйста, сделайте. Отписаться и подписаться снова. Поставить колокольчик.
Ну и, конечно же, на второй канал подписывайтесь, Деревенский заколхоз 2. Люди уже, кто знает, почему я канал за второй открываю, уже мне пишут и просят некоторые вопросы. Вот я начну освещать. Пока большинство вопросов по домам все-таки. Вот все вы смотрите, зрители, которые, вы понимаете, да? Мне человек 30, даже больше, наверное, пишет вот так вот перманентно с просьбами с этими. Я решил, давно я уже это сделал, а там... Ну, в общем, вы все увидите. Подписывайтесь на канал и будете сами выбирать просто напрямую то, что вам нужно. В этом ролике я не хотел это говорить, ну, вот так вот, как по ходу пришлось. Эх, сейчас бы еще дельфинчиков увидеть, да? Представляете? Как летом. Пляж, конечно, очень интересный. Если побольше сугробов выпадет, я приеду, обязательно вам покажу. Удивительно просто. Но все-таки сходим мы с вами на грязевое озеро сейчас. Красота. Просто невероятная. Кажется, вроде бы снег. Но ощущение моря, ну, никак не меняется от этого. Там нет такого холода, знаете. Да. Смотрите. Как всегда, наши знакомые здесь, наверное, замерзнут опять. И как они еще умудряются мороженое есть, да, в такое время, я не понимаю. Вот такие дела интересные сегодня. Хоть бы снега побольше выпало. Друзья, вот кто прислал за вас снег, пришлите побольше, хотя бы там, ну, я не знаю, ну, как в том году там было, сантиметров 50 хотя бы, там 30. Очень хочу понырять в снег, пообтираться. Я просто боюсь, пока я доеду до дома, пока растоплю баню, он весь растает. Посмотрите, как смотрится, кстати. Вот видите, вот там вот белые такие проплешины. Вот где дом на горе, это вот и есть оползни в Голубицкой. Вот так вот они смотрятся. Их сейчас очень хорошо видно. Вы должны их увидеть, наверное, на камере. Они не такие сильные, как ферис, видите, такие небольшие. Какой-то фантастический ландшафт здесь. Я, кстати, уже снимаю видео по просьбе зрителя одного на новый канал. Красота. Золотоискатели здесь уже с металлоискателями походили. Они здесь бывают, знаете, как бы даже в таких в костюмах, гидрокостюмах сидят. Утепляются и ищут. Золотишко. У меня тоже все мечта есть металлоискатель купить. Но я прошу нашего подписчика, не знаю, если он продаст мне свой старый, вот все-таки еще раз прошу, мало ли, вы будете новый себе покупать, привозите. Я куплю по дешману. Как БУ, конечно, да? Хотя я понимаю, что он сейчас дорогущий. Ладно, друзья, вот такая сегодня история. Посмотрите, какая красота здесь все-таки, не передать. Здесь, когда... озеро замерзнет, можно кататься на коньках. Представляете, да? Какой здесь... Какие развлечения можно здесь организовать зимой даже. Осталось дело только за хорошим морозцем. Все, друзья, удачи, всем счастья. Не забудьте переподписаться. Я вас очень прошу, это нужно сделать. Я потом все объясню. Очень хорошо. Вам, конечно, к снегу не привыкать у себя. Но для меня это целая такая... хорошая такая, хороший день сегодня. Просто я доволен. Кажется, и пасмурно, да, и все. Ну, очень хорошо. Красота. Даже, знаете, хочется кваску. Холодненького, лимонадику,
шашлычка. У вас у многих праздники. Я смотрю, захожу к вам, к некоторым на канал, посматриваю видео, как вы показываете, как вы праздники у себя там отмечаете. И знаете, вот где у вас праздники там происходят иногда, и я смотрю, там у кого-то блины, у кого-то шашлыки. Очень хорошо. Вот здесь вот у нас как раз не хватает. Представляете, да? Летом привыкаешь к всему этому хорошему. А сейчас никого нет, ни души. Никого вообще. Кстати, идея, да, хорошая. Если снега побольше выпадет, не обязательно же в баню, например, да, и снег нырнуть. Можно в море занырнуть. И потом в снег. Это будет еще интересней. Тогда получится второй раз придется нырять, да? Это, если ты занырнешь такой снег с песком, с ракушечником, вы все знаете, он прилипает потом. Невозможно его ничем оттереть. А посмотрите, какая там красота на небе. Выглядывает солнце. Видите, там голубое небо. И в таких вот снежных тучах в плен взяли солнце, снежные тучи. Ладно, теперь я все-таки попрощаюсь с вами. И удачи, всего хорошего вам. До свидания.